Так, а я сейчас на самом старом роторном экскаваторе в ГОКе. Вид отсюда, конечно, шикарный. Потом покажу карьеры. Но вот эти зеленые поля и поля рапса вдалеке, это вообще супер. Я уже, конечно, все пофотографировал, снимал видео, решил попробовать, может кто-нибудь еще посмотрит, покупает что-то вон такое. Ну я, в общем-то, на самом верху экскаватора сейчас. Это пейзажи Чкаловского 1 карьера. Карьер уже закрыт. А этого старичка наконец-то вон откуда выгнали. И гонят вон туда. Теперь он там будет работать. Вместо вон того сгоревшего экскаватора. Хотя его сейчас тоже восстанавливают. Но пока его сделают, этот догонит, будет работать. Ну, в чем-то и здесь тоже красиво. Здесь хорошо только животным, которые здесь живут. Потому что сюда нога человека считаешь, что не ступает. Но самое главное, что высоко, что я очень люблю. И классно, как красиво. Особенно вот эти поля. Я от них вообще в шоке. Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек. Ну, лесов у нас маловато, а вот полей хватает. Ну, пройдемся по экскаватору, чуть-чуть, пока здесь никого нет. Пользуюсь моментом, все занимаются своими делами, а я вам покажу, как тут оно немножко работает. Экскаватор производства ФРГ. Единственный в ГОКе. Его аж 1964 года. Ну, как рассказывают люди, которые здесь работали, как и мой отец тоже на нем работал практически всю жизнь. Экскаватор не знает себе равных в производительности и надежности. Он хоть и маленький, но, как говорят, удаленький. Цікаво, мене зараз хтось бачить чи ні? Ага, Наташа Сидоренко бачу, присоединилась. А так сейчас на солнце почти ничего не вижу, что там происходит. Наташа говорит, не страшно на такой высоте. Такой там страшно, я люблю высоту. Мне бы еще такой забраться на Эйфелевую башню, хотя она маленькая. А еще лучше Бурдж-Халифа в Дубае. Вот то самый класс, вот то высота. А это хибаса высота 40 метров. Самый высокий роторный экскаватор был у нас НКМЗ, который взорвали. Хотя, кстати, не видно, там почти 60 метров высоты. Ну ничего, так нормально. Но там, правда, сложно залезть. Тут хоть сделаны, немцы сделали так, что удобно лазить по экскаватору. Трапы хорошие, широкие, нет вертикального подъема, а плавный, как будто себе домой поднимаешься. Хорошо, удобно. Меня что поражает в этом экскаваторе? Ну, хотя и 64-го года, погодите, это сколько уже? А, многовато будет. 36 и 18. Ого! Он очень в отличном состоянии. Ну, не без того, что перила чуть-чуть ржавая, но трапы в идеальном состоянии. Что-что, а немцы технику умели делать.
красивый. Да, сейчас еще раз поля покажу. Красивый, тут не то слово. Я в шоке, мне не хочется отсюда уезжать. Но меня уже ждут домой. Вот эти зеленые поля пшеницы и поля рапса, которые вон по всему горизонту, до Вашкаревки аж туда, в сторону Чкаловки, Никополь. Там все усеяно полями рапса. Вид обалденный. Сейчас пройдемся дальше, вам еще покажу по экскаватору, что тут. Я, кстати, тогда нечаянно нажал кнопочку выкл на телефоне. Хорошо, сейчас тихо. Люблю в карьере, когда вся техника стоит и тишина, и слышно только пение птиц, а не грохот и вязк этого ржавого металлолома. И когда во время работы конвейера встают, аж вздыхаешь с облегчением, что наконец-то наступила тишина. А здесь только ветер шумит, наверное, вот где-то микрофон. Это место подъема ротора. Ну, размерчик лебедки тут, конечно, солидненький. Ну, вот это такой барабанчик, такой не маленький. Так, кто пишет? А, Ника, привет. Тоже побачила. Она сейчас только один человек смотрит. И кому я рассказываю? А кто сейчас смотрит? А, Ника смотрит. Ну, можешь посмотреть. Вот я сейчас на роторном экскаваторе, который гонят с Чкаловского 1 в ЧК-2. Но прокатиться такой махиной по такому красивому полю пшеницы, это, конечно, жестоко. Мне жалко. Интересно, как ГОК будет расплачиваться за этот вандализм перед фермерами. И порчу такого урожая. Это жуть. Что за озеро? Это заброшенный Чкаловский один карьер. И тут уже такие сами образовали стоячая вода. Летом здесь очень много диких животных и птиц. Таких, что больше нигде не встретишь. Наверное, там и рыба есть. Но сюда никто из людей не приходит и не приезжает. Так что, скорее всего, тут должно быть хорошо. А пригнали эту рухлядь вон оттуда. Вон там он стоял. Починили и сюда пригнали. А будут гнать? Вон туда будут его гнать. Там он будет работать. Вот такой вот здесь пейзажик. Ну, я потом фотки выложу в Фейсбуке, посмотрите, что там. Желающих снимаю. Кто меня зараз бачит, я не знаю. Кто-то один смотрит. Ладно, посмотрим.